Вот, ребят, теперь скажу маленькое отличие. Заметьте, то, что мы врем, как я сказал правильно, а я правильно сказал, мы врем. То, что мы врем, это нас чертовски отличает от той с вами, с нами эстрады, которую мы сейчас видим по телевизору, правильно? Потому что, заметьте, хоть бы раз они соврали. Но бывает, они открывают рот не тогда, когда идет фонограмма, правильно, плюсовка. Поэтому мы удивляемся, странно, как это он так поет, что у него даже с закрытым ротом вылетают эти самые слова, правильно? Вот. Это наше отличие от них. Мы врем... Уметь надо. Да, я не профессионал. Да, мы врем умело, понимаете? Это надо, это все запланировано, задумано. Теперь свитер-музыка у нас своя есть, кубик бегает, видите, это тоже расслабляет наше внимание, поэтому это наша тоже, как говорится, задумка. Вот, теперь я спою скромную, грустную лирическую песню. Вот. Песня называется «Незнакомка». Не буду мудрить, моя песня. Спасибо.